Мы в Чертаново развлекаемся в футболов. И скажу честно, как будучи администратором нашей группы ВКонтакте, я безбожно тру все сообщения о каких-либо ставках на наши матчи и о возможных планируемых счетах, на которые кто-то может ставить, или которые, как они якобы считают, уже расписаны. Наши дети в такие игры играть не научились и не научатся. Последняя минута основного времени. Я с нетерпением смотрю на резервного арбитра, что он покажет. Но пока атакует Чертаново, это Жижин. Отчаянный подкат Лепчанина чист. Это так. И атака Металлурга на правом фланге. Но вот весь мяч уже скорее в центре, вновь правее. Его повели гости стадиона Янтарь. Прострел Конаков на выходе. Уверенно, стильно, как и учит Владимир, простите, Виталий Сергеевич Шадрин. Конечно, не такое забудешь на этой жаре. Ну что, друзья, осталось совсем чуть-чуть. Если бы свисток был у меня, я бы свистнул. Уже давно Влад Сарвели поджимает соперника, как и призывают истинные поклонники ФК Чертаново. Пошла все-таки атака, здесь помогал Косинчук. Мы все-таки не жмемся к своим воротам. Мы все-таки пытаемся встречать соперника достаточно рано и правильно делаем. Не надо сжаться к своим воротам, иначе будет бесконечный навес, а это не для нас. Три минуты до конца, друзья, 2-1. 2-1 ведет ФК Чертаново. Полторы я, полторы Сергей. И посмотрим мы. Вся игра последние 15 минут идет практически на нашей половине поля. Отвечают острыми контратаками чертановцы. Практически в два защитника уже играют лепчане. Поэтому были у нас возможности наказать лепчан за то, что они идут всем составом в атаку. 3-2. 3-2 идут практически. И это Сарвели. Передача дойдет. Бьет Зиньковский. О чем я и говорил. Есть возможности для того, чтобы наказать липецкий Металлург. Не получается это сделать. Порой перепасовывается уже в штрафную Металлурга наши ребята, но до завершающего точного удара пока не доходит. Очередная хорошая передача. А Зиньковского Косинчук 1-1 удар! Спасает! Кто это? Это Александр Владимиров, по-моему, буквально из пустых ворот достает мяч после удара Ромы Косинчука. Здесь офсайд! Офсайд! Полторы минуты до конца. Остается этого матча 2-1. Чертаново впереди. Добавленное время идет. Плавится камера, плавятся люди, плавятся бутылки с водой, плавятся щитки на ногах футболистов, плавятся бутсы, шипы в бутсах. Все плавится. Сергей плавится тоже, но прокомментирует окончание матча. Итак, позади, по-моему, уже минуты две. Пониже Антон просит Зиньковского сыграть Михаил Сергеевич Буренков в концовке. Вот Зиньковский уже справа с мячом. Он легко уходит от уставшего соперника. Антоша, подержи мяч. Помогите, Антоша. Данил Чуменцев сюда идет, но Зиньковский пока сам. Мяч не уходит. Пяточка. Ладно. Металлург идет вперед. Последняя минута. Сколько осталось? Максим, подскажи. Нормально, Андрей Конаков с мячом. Сергей Костевич, когда же твой свисток? Когда? В такой ситуации жизнь. Конаков. На опыте, молодец. Может себе это позволить Андрюша. Мешает Аквилидяне, пусть отойдет Аквилидяне. Отойдет. Выбивает мяч Конаков подальше. Костевич смотрит на секундомер. Надает играть головой Комчев. Замни Сарвели, не Косинчуку, не успеть. Косинчуку. Да. Так, навес, заброс. Выбивай. Саня, выбивай. Котову кричим мы. Передача, это передача на Рому. Рома в штрафу. Вдвоем. Отдай пас. Приятно, что в последние 3 минуты 3 голевых момента создали мы. И вновь Косинчук с мячом. Это переклад. И не отдал вновь Рома. Все! 2-1, друзья! 2-1 это победа! 3 очка падают в копилку Чертанова. Это значит, что у них становится сколько? 18! 18 очков! Нам еще очко до выкса!
очко до Уикса, и мы наберем его, может быть, в матче с подольским Витязем, и будет у нас 19 очков, а именно такая задача стоит перед нашей командой — догнать Уиксу. А чем не задача, друзья? Хорошая задача, самое главное, мы набираем 18 очков, а это значит, мы остаемся в втором дивизионе, и нам приятно здесь находиться, нам приятно здесь быть. Дивизион-центр гораздо, гораздо сильнее зоны «За».